Йо, здорово, ребятня. Короче, сегодня тестим десятку, деревяшку. Вот, тестим на 915 частоте, пока не надо. Вот, здесь антенка вот такая, огромная. Вот, с лицом разница. Просто на весь фейс можно даже как очки использовать. Короче, сейчас воткну его. Вот, летаю на 2.4, потому что это 915. Вот. Нормальная связь должна пробивать типа кроссфайра по частотам. Ну, думаю, тоже самое примерно. Вот, только со своими там этими приколами. Я этой информационной штуки не знаю всей, поэтому, ну, толковать, ну, не могу об этом. Поэтому просто скажу вам, вот я юзаю бандит, прикольная хрень. Вот там датчики какие-то есть, гироскопы в ней, в этой штучке. Вот ловит она, конечно, нормально должна ловить. Я думаю, что прям можно улететь не меньше 20-30 километров на этой штуке. Без проблем, причем. Вот, сетап состоит десятка, сейчас я ее покажу сразу. Вот она выглядит вот так, кто видел, тот видел. Тут тряпочка у нас, короче, это, чтобы не было этого, снег там не осел, короче. Это, сетап состоит моторы T-Motor Velox 2808 1500 кВ. Стек CNF7, T-Motorский также Velox. Видик Tiny Tank, камера Foxer Predator Mini 5. И приемник ЕЛРС, это 915. Батки Чина Хобби Лайн черные еще. Сюда надо больше, конечно, там 1005, можно 3. От 3 до 5, даже можно до 7 ставить большие батки, и он будет еще веселее летать, ой, дольше летать. Короче, Алишер помог настроить по блэкбоксу, вот, четенько. Ну, второй шаг я уже сам, там чуть-чуть опедрил, что его трясет чуть-чуть, надо пидов было накинуть. Вот, накинули пидов, сейчас вот будем тестить, вот. Давайте все дружно респектанем Алишеру, он в натуре красавчик, кто знает, что это здравый чел. Вот, в говно здравый. Вот, короче, шарит, молодец. И вот в итоге, короче, вот он настроил эту штуку, мы сейчас ее затестим, попробуем, что получилось. Пидов я чуть прибавил, если будет опять что-то проблема, просто чуть-чуть добавим и все. Ну и что, думаю, наверное, надо включаться и тестить, проверять эту штуку. Петличку эту я сейчас сниму, сегодня я, да, крутой, это, в микрофон разговариваю. Все, воткнул, сейчас сниму, подготовлю. Юлька тут тоже готова со шлемаком. Так что сейчас полетим. Ой. Бу-бу-бу. Что, потом ее одеть надо будет опять? Угу. Так, значит, держи. Сейчас я включаю. Так, очки включил. Все. Сейчас пилик-пилик. Модельку забыл переключить, сейчас переключил, сейчас оно все подсоединится. Здесь вот появилась антенки. Теперь можно топать. А, да пофиг. Там это не столь важно. Да главное, как он стартует. Снег такой этот пушистый. Скорее всего, сейчас прикольненько еще разлетится. Зай, ты видишь там? Так, поставили, петлю одел. Что, попробуем? Ну да, быстренько набрал. Чуть есть, я думаю, уже это из-за двушек чуть-чуть дорабатывать надо. А так, в принципе... Есть вибрации, будем дальше еще смотреть. Так, в принципе, летает четко. По такам я тоже тут вроде поднастроил чуть-чуть. Очки опять начинают моросить. Фен, короче, это плохо работает. Либо, как сказали, реально забитый. На гонках я вот так тоже поучаствовал. Не видно нифига. Но теперь почему-то не левый глаз, а правый. Резвый, конечно, сетап получился с этими моторами, у него тяги вообще немерено просто. Велокский мотор вообще топчик. Сейчас, короче, я это... Ага. Если получится фен включить, если он заработает, значит, я буду видеть, и мы... Ну, так и так долетаем даже одним глазом. Это не гонки, здесь не особо концентрации такой не надо, прям мощнейшей.
Блин, как будто нажал фен, еще больше запотело. Такое ощущение. Скорость. Так, быстренько. Потакам не видел, что там уходит. Ой, что-то много. Столько батка не дает, сколько он показывает. Надо будет еще чуть-чуть это крутить. Блин, очки, конечно, сильно все это потеют. Плохо прям видно. Так, прикольно, вроде крутится все. Аккумулятор пищит, просит пощады. Прикольно, сетап, конечно, летает, но донастроить еще надо будет. Да здесь я его уже хочу, эту рамку поменять, поставить нормальную 10-ю раму и уже просто в натуре настроить его, и как бы, блин, если он хорош получится, что какую-то пользу может принести, то отправить его ребятам приносить пользу. А пока просто его тестим. Кстати, только весенний, вообще понты у него. Но это, опять же, датчик немножко врет, значит, еще меньше он, скорее всего. Вот, то есть, с 5 до 6 примерно. Газ весенний, даже 10% нету. Отличный сетап, в общем, вышел. Надо его пересаживать на рамку и поставить трехлопастные пропы и смотреть, что будет. Очки в говнище запотели, короче, я иду на посадку. Тест сегодняшний прошел успешно. Осталось чуть-чуть, думаю, можно еще пидов подкрутить. Правда, сейчас не знаю, как через ОСД подкрутить. Бетку обновили, вот. Ноутбук с собой не взял. Следующий тест еще будет, думаю. Но не факт. Короче, вот такие дела, ребят. Десятка получилась прикольная. Но вот это все силовое, велоксовской части. Поэтому он так мощно тянет и прикольно. Вот, то есть советую, рекомендую именно вот велоксовскую серию недорогую для десятых дрончиков, вообще прям бодренько оказывается. Ну, сами все видели, как бы я все постарался показать. Ну все, давай на этом все. Добра.